Ребята, очередная серия из будней майнера. Сегодня позавтракал отлично. В общем, с чем связано это видео? Видео связано с тем, что я купил еще один ноутбук. Итак, начнем. Итак, друзья, я вас категорически приветствую. Тема этого выпуска будет о том, что я купил еще один ноутбук, так как курс у нас не проседает. И что за ноутбук, собственно? Это Legion Y540 с характеристиками. Так, вам видно там все? Так, характеристики. Опа. В общем, i5 9-го поколения, 8 оперативки и такая же видеокарта RTX 2060. Так, чем он примечателен? Казалось бы, такие же характеристики. Экран сам по себе хуже, так как здесь 60 Гц, но тоже в Full HD, IPS, но 60 Гц, а в MSI их было по 144. Но знаете, вот просто о ноутбуке пару слов. Очень приятный софт-тач покрытие, сам пластик, дисплей безрамочный, клавиатура, как по мне, приятнее вот с такой белой подсветкой. Я вот не помню, как она включается, правда. Нет. Вот там была красная, мне вот эта красная уже, честно, сначертела. Не, не то. Вот, мне больше нравятся более такие серьезные, так сказать, формы ноутбука. И вот еще посмотрите сзади, как он выглядит. Вот, смотрите, здесь так вот выдвигается. Здесь все охлаждение идет. И что больше всего мне понравилось, то, что он почти не греется. Вот, слышите вентилятор? Я тоже не слышу. Это минимальные обороты вентилятора, и он выдает в среднем, ну вот сейчас он так лежит, а вот в среднем он выдает где-то 56-57 градусов. Вот. И мегахэш, опять же, почти без разгона выдает 30 мегахэшей. Вот. При данном курсе получается по 5200, это вот с утра вечером порядка 6500 он выдает. Как по мне, отличный результат. Вот. Я вот все-таки подсветку хочу включить. А, во, смотрите. Видели? Это такая мини-подсветка, это вот максимум. Жалко, сейчас день, не видно, но смотрится потрясающе. Этот ноутбук я решил себе оставить, даже после того, как он себя окупит. Он мне очень нравится. Вот. Так как работает тихо, производительность великолепная, выдает 30 мегахэш и почти без разгона, в отличие от MSI, который с максимальным разгоном выдает 25-26. Вот такая история. В принципе, сказать больше нечего. Криптекс работает. Вот смотрите, сейчас еще больше стало. 30 с чем-то мегахэш. Хм. Интересно. Вот, что сказать. Криптекс также работает, отлично выплачивает. Я ввожу сейчас на ADV-кэш, с ADV-кэш уже на карту. Так как через Криптекс напрямую на карту отправлять стало, ну, долго, и заявки отменяют. Я считаю, это самым правильным решением отправлять на ADV-кэш. Это надежный кошелек, из которого уже можно куда угодно отправлять. Вывод с Криптекса на ADV-кэш моментальный. Также ссылку на Криптекс я оставлю, если вам надо. Это реферальная ссылка, то есть вы ничего не потеряете, а мне там какая-то копейка падает. Вот если не сложно, можете зарегистрироваться и попробовать свои силы в майнинге. В следующем видео я хочу рассказать про андервольтинг на ноутбуках. Вот. А пока видос такого плана. Вот. Все выплачивается, все нормально. Тема прекрасная, как по мне. Вот смотрите, когда он в таком положении стоит, температура чуть повышается. А когда он у меня на подоконнике, сейчас вам покажу. Вот, а на подоконнике у меня таким образом стоит. Здесь опять же код. А вот и в таком положении. В таком положении самое лучшее охлаждение. Именно так он достигает температуры 56-57 градусов. И это оптимальная температура при... Вот послушайте. Просто не слышно, как работают вентиляторы. Вот сейчас послушайте, как работает MSI. Собственно, небо и земля, да? Все. Значит, серия с буднями этого майнера окончена. Посмотрите на погодку. Погода действительно радует. Кот тоже рад. Я по нему не видно. Ну, на этом все. Если есть какие-то вопросы,
спрашиваю тебя, такая, знаете, лайф серия была.